Ну вот мы 7 февраля ехали по улице Коминтерна и на пешеходе сбили бабушку. Нет, мы по Коминтерну ехали, потом выезжали из-под моста, правильно? Да, из-под моста выезжали. А где сбили именно? На пешеходе. На пешеходном переходе? Моста, да, спускаешься. Где зеленый проезд, правильно? Да, да, да. И дальше что было? Потом мы выходили с машины, предложили в больницу поехать сначала. Ну, девушка предложила поехать. Женщина отказалась. Потом, чтобы отпустить ее не просто так, мы ей предложили сходить в магазин, купить продукты хотя бы. Ну, мы сходили в магазин, покупали продукты, мы ее проводили до дома, до подъезда, и у него не было никаких претензий. Мы спрашивали, она говорила, что у нее нет никаких претензий. И мы ее проводили, и на этом разошлись по домам. Хромала, и она держала спину. И мы ей предложили вот поехать, ну, в больницу, рядом больница, 6-я больница, получается. Мы ей предложили туда поехать, она отказывалась, она сказала, все хорошо, пройдет. В начале февраля... 7 февраля, да, чтобы точно? Да, 7 февраля мы ехали с другом на машине, я села за руль, так как у меня есть водительское удостоверение. Во сколько по времени это было, не помните? Нет, но это было ближе к вечеру. В районе 9-10? Ну, да, где-то так. Ага. И на пешеходном переходе я заметила пожилую женщину, и мы ее сбили. Я эту слугу пересела на другое сиденье, потом вышла из машины, предложила поехать женщине в больницу. Она отказывала, сказала, что ничего мне не надо, я пойду домой. Но я не смогла просто так ее отпустить, как бы за мной стыдно. И мы пошли в магазин. Купили ей продукты, потом проводили ее до дома, и все, и на этом как бы разошлись. Она сказала, что претензий никаких не имеет.